исчезла. Ровно 2056 евро. Я дважды пересчитывал сумму. Кого? Вы подозреваете в преступлении? Откровенно говоря, не знаю. Расскажите, как было дело? Это произошло при следующих обстоятельствах. Я пересчитывал деньги. Вдруг в комнате стало темно. Потухла лампа. Я поставил стул, вскарабкался на него и схватился за лампу. От сильного ожога я пошатнулся и свалился на пол. Некоторое время я был без сознания, а очнувшись, увидел, что деньги исчезли. Вот, пожалуй, и все, что я могу вам сообщить. Я обвиняю вас в краже денег. Все рассказанное сплошной вымысел. Ведь очевидно, что...